Открытое акционерное общество «Ярославский судостроительный завод» представляет многоцелевой катер проекта 12-260 «Ястреб». Стоять на месте значит отставать. Россия планирует свой флот строить. Ярославский судостроительный завод движется вперед, развивается, расширяет сферу деятельности и предлагает новый проект. Для работы в умеренном или тропическом климате предназначен скоростной маневренный катер «Ястреб». Он создан для выполнения служебных рейсов со спецперсоналом на борту, несение дежурства в прибрежной морской зоне, озерах и устьях рек, оказание помощи судам, терпящим бедствие. Катер проекта 12-260 отвечает всем основным требованиям к скоростным катерам. Удачно спроектированный корпус из алюминиево-магниевого сплава типа «Глубокая V» с плоским трансом в сочетании с двумя дизелями производства шведской фирмы «Volvo Penta» с суммарной мощностью 900 лошадиных сил позволяет катеру развивать скорость до 42 узлов. Две водометные установки «Камева» обеспечивают хорошую динамику стремительного разгона и резкого торможения и удивительную маневренность. Управление всеми техническими средствами дистанционное из рулевой рубки. Приборная доска, штурвал и рукоятки управления катером скомпонованы по требованиям эргономики. Катер просто управление, причем все приборы расположены компактно. Поворотов руля слушается фактически мгновенно. Система продольных приданов на днище и брызгоотбойники на скулах обеспечивают хорошую устойчивость катера на ходу и облегчают управление. Мореходные качества катера обеспечивают его безопасное пребывание в море при волнении до 4 баллов и до 6 баллов ветра включительно. Катер остается на плаву при затоплении любого одного отсека. Условия обитаемости для экипажа и наличие стояночного дизель-генератора увеличивают автономность катера и позволяют нести дежурство в засаде. Автономность катера в режиме дежурства – одни сутки. Он способен доставить оперативную группу из 6 человек на расстояние до 300 миль в любую точку акватории. Катера данной, так сказать, серии могут использоваться пограничниками, могут использоваться таможенниками для борьбы с браконьерами, с, так сказать, нарушителями границы, контрабандистами. Развивают, ну, достаточно тяговое усилие, чтобы с места в карьер сразу, допустим, выйти на перехват какого-то судна, совершающее противоправное незаконное действие. Навигационное оборудование «Ястреба» соответствует современным международным стандартам. Для получения и обработки информации о местоположении катера, обеспечения безопасности и надежного управления на борту установлена интегрированная спутниковая система фирмы «Аутохелм». Это бортовой информационный центр с навигационными функциями. Компьютер выводит на монитор данные всех бортовых приборов: глубину, ветер, расход топлива и другие. Сканирует участок впереди по курсу и выдает предупреждение о препятствиях. Набор электронных карт и район плавания определяет заказчик. Связь с берегом и другими судами обеспечивают стационарная и переносная УКВ радиостанции, мощное и эффективное навигационное оборудование JRC и аппаратура радиосвязи позволяет вести действия в прибрежной морской зоне с удалением от борта на 50 миль. Высокая скорость хода и превосходная маневренность обеспечивают преследование в любой стесненной акватории. Повышенная комфортность и возможность исполнения катера в различных вариантах делают его перспективным для использования в любой отрасли. Возможна перекомпоновка помещений, размещение и замена оборудования, двигателей и движителей. На катере широкий выбор дополнительных опций, от микроволновой печи до радиостанций и приборов ночного видения. «Ястреб» комплектуется аварийными системами обнаружения. Для бесперебойного электропитания на катере установлены два навешанных на главные дизели генератора, стояночный дизель-генератор и аккумуляторные батареи. Катер удовлетворит любого заказчика – военных, спасателей, экологов и владельцев частных скоростных судов. Разве может активный человек устоять перед возможностью промчаться по волнам с ветерком на такой яхте? Если это будет катер, который будет выполнять какие-то функции отдыха, рыбалки, да, вот под это все здесь можно сделать красное дерево, да вообще насыть его всем чем угодно. Экипаж катера – два человека. При небольших габаритных размерах, длина 13 метров, ширина 3,4 метра, на катере могут быть размещены 8 человек. На борту двухместная каюта и кают-компания на 6 человек, камбуз, санитарный блок с умывальником, зеркалом, биотуалетом. Камбузный модуль включает раковину, холодильник, рабочий стол и шкафы. Просторный кокпит с откидными диванами укрывается складным тентом, увеличивая внутренний объем катера. Жилые помещения и рулевая рубка обслуживаются системой кондиционирования воздуха.
Удобный внутри, не менее красив и органичен ястреб снаружи. Защита от коррозии и обрастания во многом определяет внешний вид, безопасность и надежность судна. Система протекторной защиты, противокоррозийное покрытие и противообрастающая эмаль с самополирующим эффектом увеличивает срок службы подводной части корпуса, снижает затраты на обслуживание и ремонт. Небольшой сухой вес, около 9 тонн, и транспортные габариты катера позволяют доставить его в любой район любым видом транспорта, и по земле, и по воздуху. Для погрузки катера используются специальные транспортные рыбы, которые вместе со стропами входят в базовый комплект поставки. Сочетание высокой скорости и уникальной маневренности при небольших габаритах и малой осадке позволяет считать «Ястреб» одним из лучших в классе катеров водоизмещением до 10 тонн. Завод полностью отвечает за выпускаемую свою продукцию. Свою марку и деловую порядочность судостроители подтверждают делами. «Ястреб» не единственный проект ЯСЗ. Например, быстроходный морской катер «Меркурий» успешно прошел испытания на Черном море и стал флагманом Новороссийской таможенной службы. «Меркурий» — надежный корабль на охране таможенной границы, на патрульной службе, экологическом контроле. А катер-амфибия «Чилим» вне конкуренции в патрульных и поисково-спасательных операциях на мелководье. Он незаменим при перевозке грузов и пассажиров по недоступным фарватерам. Завод уже сегодня готов к увеличению заказов, и завод сегодня доказал, что он может это делать.